Этот дикобраз изнемогал от жары, случайно оказавшийся там мужчина решил помочь ему. Проявив сострадание, он напоил маленького дикобраза, с трудом выживающего в адских условиях без еды и воды. Понимая, что малыш не может самостоятельно выживать и добывать себе пищу, мужчина забрал его себе домой и стал откармливать. Недоверчивый грызун оказался таким же милым, как и хомяк, старательно поедающий кукурузу и другую пищу, которую для него привозил новый хозяин. Вскоре малыш начал расти и очень привязался к семье своего спасителя, став играть с ними, словно домашнее животное. Он не только стал доверять людям, но и начал проявлять любовь, целуя как благодарный ребенок, наконец-то нашедший свою семью. Когда дикобраз стал совсем взрослым, мужчина смастерил для него вольер, где грызун сможет спокойно гулять и даже пританцовывать под гитару, оставаясь на свежем воздухе.